исключительно эстетически хочу показать, как подобрано идеально здесь сочетание синяя рыбка-петушок, синие камушки и белые камушки. Вот. Ну, про рыбку тоже я рассказывал. Родина ее — это королевство Сиам, которое после революции в 1932 году стало называться Таиландом. В Россию она попала сравнительно недавно, в прошлом или позапрошлом веке. Вот. Так вообще на юго-востоке Азии распространена. Там эти устраивают бои с этими рыбками. Самое удивительное, что она неприхотливо может дышать атмосферным воздухом. Вот. И в принципе может довольно-таки в небольших объемах содержаться. Но вот этот аквариум, наверное, около 10 литров. Вот такая рыбка красивая, видно сама. Вот на фоне синих камушков, как она смотрится, да? Просто приятно посмотреть. Это в офисе мы поставили аквариум такой. Вот у нас рыбка теперь это как такой талисман. Вот, красавица. Просто замечательно смотрится, да? Эстетически очень хорошо. Даже не знаю, стоит сюда водоросли добавлять или нет. Потому что, конечно, еще что-нибудь синего цвета бы сюда подошло. Вот, подошло бы сюда что-нибудь синего цвета.